Всегда приятно выигрывать, и все прекрасно понимаю, что это выставочный матч, матч турнира предсезоновый, поэтому есть над чем работать, не все пока получается, но все равно еще раз отмечу, что все-таки выиграть в такой игре все-таки приятно. Райан, первая игра на предсезонке, как себя чувствовал? Все-таки долгий перелет, акклиматизация, адаптация. Естественно, перелет, этот джетлаг, который между разницей в часовых поясах, естественно, сказывается. Но до этого у нас были, скажем так, практические занятия, мы уже удалось нам покататься. И я думаю, что как раз-таки через такие игры становится чуть полегче. Да, еще сказывается это на наше состояние, однако, но становится все лучше. Как вас встретили в команде в Салавате Улаеве? У вас уже был опыт игры в КХЛ. Может быть, были с кем-то знакомы из ребят? Естественно, я нервничал перед прилетом в Россию, поэтому могу отметить, что ребята очень здорово, насколько это было возможно, в раздевалке встретили, все очень классно, все очень дружелюбно, поэтому сейчас я самое главное могу лишь только в ответ пока ребятам улыбаться, быть таким же дружелюбным и постараюсь, конечно же, какие-то слова русские выучить, чтобы было более комфортно мне. Проходил ли полноценную предсезонку в Америке Райан, в Канаде, и сколько времени ему потребуется, чтобы максимально прийти в форму? Что касается подготовки, то уже последние 10 лет я готовлюсь по одному определенному плану, который у меня есть, и очень много времени уделяю катанию, то есть 3-4 раза в неделю у меня как раз-таки акцент идет на катанию, как будут всякие разные упражнения, именно как раз-таки на это делается упор, поэтому я думаю, что как только пройдет вот этот перепад часовых поясов, то станет еще лучше, конечно.